Это традиционное заявление. Я думаю, что здесь имеется в виду Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Но, скорее всего, так, что те страны, которые не находятся географически в регионе, ну, допустим, Южного Кавказа, Ближнего, Среднего Востока, им не надо заниматься проблемами государств, которые там расположены. Я думаю, что политика господина Пашиняна, она направлена на сближение с Соединенными Штатами. Поэтому, конечно, здесь делается акцент на том, что предпочтительно решать все проблемы между странами региона. Я думаю, что взаимовыгодные отношения, безусловно, которые должны иметь место между Ираном и которые имеют место между Ираном и Арменией, что эти взаимовыгодные отношения могут нарушаться из-за действий стран Запада, в первую очередь США. Граница с Арменией важна для Тегерана, безусловно, потому что это одна из возможностей контактировать со странами, другими странами, входящими в этот регион. Поэтому, конечно, отношения именно с Сюникской областью Армении важны, как и с самой Арменией, для Тегерана важны.